Слушай, я тебе хочу сказать, вот это вот я, мы, ты, вместе, семья, а чё я, а чё ты, а чё порознь? Понимаешь, что ни одному мужику это не понравится. Этого хоть ты брось, другого найди, и ты будешь вот это ему загонять, он тебя тоже бросит, потому что нельзя так, нельзя. Мужику нужно давать его собственное личное пространство, понимаешь? Вот как больше можешь давать, давай, потому что он от тебя устает, в принципе. Понимаешь, бабы это пиявки, пиявки, которые вот всосались вот в него, и все, все, больше ничего нету, кроме него. А где ты? А что ты? А с кем ты? А зачем ты? Я тебе говорю, оставь его в покое, пусть мужик твой пойдет погуляет, пусть покайфует, пусть ходит пацанам, я не знаю, пусть пиво напьется, пусть придет пьяный домой. Ну не выноси ты ему мозги, ты просто посмотришь, как он изменит отношение к тебе. А вот это вот кусь-кусь-кусь-кусь-кусь, оставь при себе. Оставь мужика в покое.